Рады, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 260 серии турецкого сериала «Клятва» и вспомним об анонсе прошлой серии. 260 серия выйдет на экраны Турции 25 сентября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Клятва» мы увидели, как мама Кумру совершенно случайно в ее телефоне нашла фотографии, на которых она была в свадебном платье на Рим. Она не могла поверить в это и стала кричать на свою дочь. Женщина не понимает, как она могла так поступить. Кумру же растерялась и не знала, что ей ответить на это. Эмир разрешил Фериде отлучиться из дома на день и предупредил Малеке о том, что она вернется только завтра. Фериде решает поговорить с Эмиром и рассказать ему о том, куда она ходит каждый день. Когда Ойя увидела Фериде в комнате Эмира, то была сильно возмущена. Она стала требовать от девушки, чтобы она объяснила, что делала в этой комнате. Эмир стал наблюдать за тем, как мило спит Фериде, и он понимает, что был сильно груб с ней. Кемаль решил натянуть веревки по дому для того, чтобы Нарин было легче передвигаться. Он старается научить Нарин ходить так, чтобы она ничего не боялась и не опасалась. Нарин счастлива от того, что Кемаль находится с ней постоянно рядом и заботится о ней. Только вот это совсем не нравится Кумру. Она собирается заполучить Кемаля и жизнь Нарин и готова применить ради этого даже самые грязные методы. Когда Нарин училась ходить с помощью веревок, то подошла близко к бассейну и упала в воду. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 260 серия выйдет на экран уже 25 сентября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.